Смотри, кто построил Москву, говорю. Юрий Долгорукий, тебе достаточно этого? А вот, Юрий Долгорукий. Это чья сын был? Чья сын? Я как грамотный. Что ты хочешь доказать это? Что ты хочешь сказать? Москву построили. Что ты хочешь этим сказать? Давай, в общем, сразу, быстро. Нет, кто построил Москву? Это Юрий Долговудин. Как? Ну-ка, Юрий какой? Юрий Долговудин. Еще раз, и повтори громко. Юрий какой? Юрий Долговудин. Отлично. Долгопутин, Юрий. Юрий Долгопутин, ребята. Ну, Долговудин, так далее. Вот смотри, дальше перейдем. Кто построил? А, так, Юрий Долговудин построил. Это чья сын был? Чья сын? Не знаю, чья он сын был, чья. Может быть, чья дочь была? Ну, у меня украинский хороший получился, русский. У меня что-то не очень. Там у вас... Юрий Долговудин нормально.